Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в стратегию под названием Грей Гу. И я прошел миссию карьер, но оказалось, что она записалась без звука по техническим причинам. Но давайте я перепройду ее все-таки нормально с комментариями, да? Тем более, что эту миссию я перепроходил не один раз, потому что уже начинаются довольно жесткие такие миссии, как ни странно, да, игра только началась, а миссии уже довольно жесткие идут, и поэтому я их переигрываю по несколько раз, даже на средней сложности, довольно неплохо так прессуют в начале в самом игры. Поэтому давайте перепройдем ее. The refined catalyst then went to the proving grounds to supply the testing of the prototype. After yesterday's attack at the proving grounds, the crew at the quarry began the process of rerouting supplies to the Summa via the terminal. That is, until something attacked their subsurface operations, bringing everything crashing to a halt on the surface. The remaining crew raced off to assist their home settlements. They reported seeing a lander arrive as they left. That catalyst still needs to get to the Summa. We can't afford to let the enemy take it either. Еще ребята жаловались, что довольно тихие диалоги во время игры, что якобы вообще их не слышно. Я вроде сейчас в настройках поставил громкость диалогов на максимум. Кстати, настройки оказались очень-очень хорошими, разнообразными. Настраивать можно практически все, что угодно. Что весьма приятно. И скажите мне, пожалуйста, как сейчас? Что, где еще нужно громче, тише сделать? Потому что я вот смотрю свои видео, и у меня все отлично было слышно. И диалоги было отлично слышно. В общем, напишите, пожалуйста, как оно у вас? Как оно у вас? Я понимаю, что, может быть, да, смотрят многие с планшетов или с мобильных, где настройки звука сложнее немного регулировать, чем на компьютере. Поэтому, ну, напишите, ребят, пожалуйста. Поехали. Вот во время вот этой вот загрузки, которая такая идет рваными кусками, у меня еще звук пропадал. Периодически тоже напишите. Ну, и тут я сам уже посмотрю, это да. Это. Ну ладно. В условиях, когда бета атакует со всех сторон, им нужно активировать Сумму и покинуть планету, пока не поздно. Однако из-за потери поставок катализатора на перерабатывающем предприятии все основные запасы катализатора отрезаны либо уничтожены. Захватить шахту 8 получить максимально возможное количество катализатора. Эта миссия сложная, потому что, во-первых, нам нужно держать 3 точки обороны, и то есть на нас нападают с трех сторон фактически постоянно. Никогда, вот компьютер здесь очень интересный, никогда не знаешь, с какой стороны он нападет, потому что сколько я не переигрывал, на меня постоянно с разных сторон нападали. Вот, и здесь еще землетрясения постоянно включаются. Включаются, ну, в общем, случаются. Аран Сарук, the miners reported that the automated depot hubs are still operational in the quarry. The depots will automatically package catalyst into crates as long as you build your refineries there. Once they have 3 crates, we can call down sky cranes to carry them out. We'll need to protect those depot hubs. Our primary mission will be to get those catalyst crates. From all reports, the enemy is entrenched in the area. Our secondary objective should be to destroy their base, if we can, but once the crates are collected, we're pulling out. We now have enough sky cranes in your area to support aircraft production. That should make your job easier. Unfortunately, we're also getting reports of heavy seismic activity in the area. И вот эта вот сейсмическая активность очень-очень неприятная. Так, хорошо, начинаем сразу со строительства комбината и экстрактора. А вот, собственно, 3 точки, которые нам нужно постоянно держать. А здесь
стоит вот этот вот заводик, если этот концентратор уничтожают, то, собственно, все. Гы-гы. Нам нужно набрать 45... Вот здесь будут появляться контейнеры с катализатором. Нам нужно собрать 45 контейнеров этих и... Давайте как-то вот так вот. Не дать противнику собрать 25 тысяч единиц ресурсов, да? Или просто уничтожить базу противника. Но база противника довольно-таки немаленькая, что составит определенную трудность, если я захочу ее уничтожить. У меня просто-напросто быстрее собирались ресурсы, чем я мог достаточно войска построить в достаточном количестве. В достаточном количестве, чтобы пробить оборону вот этой вот базы. Также нашел замечательную кнопочку, вот это вот автоматическое восстановление юнитов, которая позволяет строить постоянно одних и тех же юнитов. Бесконечно, без моего участия, не нужно задавать очередь строительства, что очень и очень удобно. Сейчас мне бы одного построить этого сталкера, да, и я открою себе месторождение еще одно. И пока он строится, я, наверное, ничего не буду. Все, и теперь мы сразу строим еще один комбинат и ставим здесь, я думаю, одной нам с головой хватит. Все, хорошо. И здесь уже в заводе будут бесконечно строиться сталкеры. И мы пока их отправляем на разведочку. Так, здесь будут собираться сталкеры. Так, построился комбинат. Хорошо, строится экстрактор. Нет, комбинат еще не построился. Не построился. Все, теперь построился. Хорошо. Экстрактор готовится. И давайте я сразу пристрою... Ну, я даже не знаю. Давайте танковую пристройку поставлю. Так, этих ребят я по ближайшим кустам первым делом распределяю, чтобы они и разведку нам небольшую давали, да, и чтобы, если что, из кустов обстреливали приближающегося противника. Так, хорошо, сталкеры строятся потихонечку, комбинат, так, пристроечка сейчас достроится, да, и я пойду занимать какую-то из вот этих вот, в принципе, можно уже, я думаю, занимать. Давайте, рефайнилку нашу, так, 13, давайте поставим вот так, пожалуй. Пожалуй, вот эти вот землетрясения, блин, как они мешают, это просто капец какой-то. Так, давайте я пока этого товарища сюда, будем по очереди держать оборону. Так, маленькую станцию, давайте здесь я бахну, наверное, сразу, да? Угу. Все, ресурсы потихонечку добываем, маленькую станцию... Здесь ставим. Можно, кстати, попробовать, по-моему, да, вот здесь оборону в этих кустах держать. Что тоже очень было бы удобно. Так, давайте я сейчас пройду, посмотрю. Да, все, уходи. Тебе там делать пока нечего. В этих кустах арта уже стоит, что весьма неприятно. И давайте ставим... Хотя мы могли построить сразу большой завод, слушайте. Большой завод. Продай. И ставим большой завод здесь. Давай. Сразу большой завод. Так, этот товарищ еще здесь держит оборону. Вот сейчас начнется жара. Уже очень быстро начнется жара. Давайте я еще этих ребят отправлю сюда. И на одну из наших баз прибежит сразу большущая толпа народу. И задаст нам жару где-то. Так, давай, быстрее. Понятно, сейчас нужно будет все ремонтировать через 4 секунды. Главное в эти 4 секунды не строить ничего, потому что все сразу ломается. Так, там уже двое кого-то пришло. Так, все чиним. Все чиним, потому что...
все это безобразие очень быстро ломается. Так, хорошо, готово. Готово. Есть завод. Тоже готов. Раз, два, три. А, пока будем строить этих сталкеров, да, пока больше у нас других вариантов нету. А, и плюс 11 секунд у нас есть. Давайте я поставлю здесь еще один экстрактор, если... не помещается. Ладно. Ладно, не помещается, значит не помещается. Отходим. Отходим тогда куда-то сюда пока что. Пошли. Вы давайте идете... Вот здесь оборону будем держать потихоньку. Значит, ставим... Ставим... Да. 10, 10, 10, 10. Поехали, вот тут. Ставим комбинат. И... Минус 30, но я дождусь строительства комбината. Пару секунд буквально осталось. Все, теперь можем ставить... Сюда большой не помещается заводик, да? Ну, я поставлю здесь пока маленький хотя бы. Ох, блин, тут я лоханул. Лоханул. Я забыл, что здесь тоже в этих кустах может быть вражеская арта и другие вражеские неприятные юниты. Но мы можем попробовать пойти и выбить их. Попробовать выбить их. У нас есть небольшая уже армия. Там уже по три сталкера строятся. Пошли, выбьем вражину. Хорошо. Близко становимся сразу. И фокусим. Все, готово. Готово. Еще один мелкий гадский противник. Все. Все. И здесь в кустах будут стоять наши ребята. Так. И начинаем производство, опять же, сталкеров. Великолепные войска. Сталкеры эти, однако, просто великолепные. Так, здесь уже тоже вроде бы... Ты кто такой вообще? Что ты здесь делаешь? Слушай, друг, а что ты здесь в натуре делаешь? Я что-то... Я тебя где-то построил как-то? Я... Что-то, видимо, упустил. Так, и надо сразу здесь, наверное, поставить небольшое количество стен. Слушайте, что-то слабенько они как-то. Слабенько на этот раз. Потому что раньше меня жестко прессовали, действительно, а тут что-то как-то слабенько. Так, нам надо... Давайте здесь танковую пристройку поставим. Будем этих строить, ребят, хищников. Хищников. Забыл, как они называются, эти ребята. Так, хорошо. Тебя можно демонтировать. И давай иди куда-нибудь на одну из этих стен. Так, здесь открываем. Сейчас, секундочку, ребят. Окей. Мой котейка не дает мне нормально позаписывать. Так, и здесь, наверное, тоже я поставлю сразу стеночку. Вот такую с головой нам хватит. Стеночки готовятся. Ладно, пусть пока готовятся. Ох, так, пошли, пошли, пошли. Стеночку будем защищать. Поломали, гады. Гады, стенку поломали. Давай, 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 давай. Это был разведчик, повезло. Все, стена готова. Теперь давайте поставим здесь... большая здесь, по-моему, не влазит. А, влазит, в принципе. Так, как нам надо. Зараза. Заразы. Все, пойдет. Отбились. Отбились. Так, здесь тоже вроде отбились. Все, можно, я думаю, идти выдвигаться на вот эту вот базу. Определенно. Так, а что? Что происходит? По нам танк палит, а мы как-то не реагируем на это. Непорядок. Непорядок. Так, все, вроде бы. Живем. Эй! Нет, я понял, что эта стена какая-то маленькая, неудачная, да, видимо. Давайте. Выйдем. Сейчас разберемся с этим безобразием. Хоть бери и давайте, кстати. О, там пошла атака серьезная. Так, давайте быстренько-быстренько танковую пристройку и
артиллерийскую пристройку сюда. Да, пошла жара. Причем эта жара, да, очень сильно подбамбливает нас артой. Давайте мы сейчас эту арту снесем. Хорошо, все, и теперь можем засесть в этих кустах и держать оборону здесь, я думаю. Да, тут, в принципе, можно это без проблем сделать. Так, и... Давайте теперь будем строить все. Давайте вот этих ребят будем здесь строить и тянуть их сюда. Окей, готово. Готово. Так, пока, наверное, ты пока тут постой, на всякий случай. Чинить все, ремонтировать, потому что после сейсмической активности можно так где-то пропустить, провтыкать и все, и потом остаться без какого-нибудь важного завода. Так, там мы пока ничего не строили, здесь все отремонтировано, стеночки давайте здесь порепейрим. Окей. Сейчас тут будем уже артиллерию производить, что очень нам поможет держать оборону. Так, как у нас там дела? Минус 50 идет. Минус... А, тут только артиллерийская нужна нам, да? Танковая нам здесь, в принципе, не надо было, на самом деле. Минус 44. Это пока, наверное, ремонт идет такой серьезный. Ох. Пошли. Выходим. Нам надо сейчас, да, действительно выйти. Давайте. Сталкеры. И заняли, гады заняли. Давайте сейчас мы заняли кусты и, собственно, теперь очень, очень неприятно. Давайте сейчас еще этим кусты почистим. Давай. Кусты. Все, и арта. Давайте здесь пару артиллерий и... Все. Дело в шляпе, можно сказать. Так, вы, ребята, давайте сразу на стеночки садитесь. Все, готово. Минус 5. Так, ресурсов мало, да? Можем отправлять такие вот эту вот всю толпищу нашу, да, готовую. Толпищу сталкеров. Пошли. Здесь тоже может быть артиллерия, поэтому... Тут вообще ходить опасно. Куда ни плюнь, везде может быть вражеская артиллерия. Так, хорошо, готово. Будем занимать вот эту позицию теперь. Сталкеры там где-то потерпают. Давайте попробую я поставить здесь два. Ладно, по очереди поставим. Давайте, тут будем оборону держать. Так, стеночки. Вот. Вот это уже другое дело. Сейчас мы ставим здесь артиллерию. Где-то, может быть, здесь поставлю тоже, на всякий случай. Тут вроде пройти не смогут, ребята. Давайте в кусты ближе. Let's hunt, да. Так, и поставим, чтобы постоянно здесь строились. Наверное, вот так вот. Вот так вот сделаю, да, пока что. Да, один вот такой вот юнит, один хищник и, собственно, две арты. Потому что арту можно будет сюда отправить. Воу, как это нас выбили отсюда жестко. Жестко выбили. Как-то я даже не заметил. Не обратил внимания на эту мелочь. Небольшое упущение. Так, хоть бери. Ладно, подождем. Нет, давайте я одну вот эту вот артиллерию. Ну, блин, опасно одну эту артиллерию туда отправлять. Надо хотя бы там небольшую... подкрепу тоже. Тем более тут может быть засада запросто. Так, здесь уже атака пошла. Готово одно это самое, да? Давайте попробуем. Есть, можем поставить здесь две. Отлично. Отлично, это дополнительный приток ресурсов. Сейчас мы тут стеночку запилим, чтобы удобненько было. Все, готово. Готово.
Все, пошли. Вот эта вот толпень пойдет сейчас аккуратненько, наверное, по дорожке. По дорожке. Юнит under attack. Здесь мы держимся, там мы держимся, хорошо. Давайте. Все, я думаю, все хорошо. Все, и теперь чиним. Чиним, потом с экстрактором разберемся. Главное сразу все починить. Все, что можно. Вот этим, конечно, миссия это очень сильно напрягает. Но, кстати, вот, да, когда я уже второй раз успешно играю, эта миссия не кажется сложной. Но первые попыток 5 меня очень быстро сливали, где-то вот с одной стороны приходила толпа народу и быстро просто заливала мои вот эти вот заводики. Ну а сейчас, когда я понял, что для удачного, как бы, да, развития событий нам всего-то надо построить гору сталкеров, да, и они будут хорошо держать себе оборону. Вот, давайте поставим здесь Predator at Critical. Так, а чё это вы? Чё это вы? А, понятно, тут застряли ребята. Как вообще они меня видят? Самолет летает. Разведка хорошо работает у них, видимо. Давайте я дальше немного зайду. Да, чтобы эта башенка уже обрабатывала их. Так, хорошо, и вот арта. Собственно, все, что мне нужно было, это здесь дополнительная артиллерия. Угу. Так, хорошо, стенки готовы. Давайте здесь ворота сделаем. Пусть пока мы отступим немного. Тебя снимаем. Тебя снимаем, давайте посадим сюда. И здесь можно построить еще один большой танковый заводик. И производить серьезные войска. Кстати, можно даже самолеты построить. Давайте я подумаю, сейчас мы как можем. Ну, в принципе, маленький хватит с самолетами. Как-то вот так поставлю пока, да? Все, живем. Живем. Здесь уже просто горы арты, которые мы можем. Давайте, во-первых, я здесь отправлю их немного. Кстати, вот этих можно уже перестать строить, они нам не нужны. Сталкеров. Так. Опять сейсмическая активность дурацкая, ненавистная. Хотя, пошли вот этими. Пусть идут уже тихонечко сюда. Я надеюсь, тут арты не будет вражеской, все хорошо, мы пройдем. И надеюсь, что сюда никто не пойдет, потому что с этой стороны на меня тоже на эту базу нападали снизу. Очень, очень было неприятно. Так, чинимся. Чинимся, все сооружения как можно быстрее. Половину нужных ресурсов мы уже собрали, нам говорят, что если мы будем атаковать базу противников, то нужно делать это сейчас. Но атаковать базу противников я не стану, я попробую сейчас ее показать с воздуха вам немного. Хотя, в принципе, нет, но если заморочиться, то можно было бы, да, и базу противника пойти бахнуть. Но землетрясения все чаще и чаще случаются, поэтому меня немного смущает этот факт. Но, как вариант, можно было бы, да, пойти собраться и двинуться толпой. Тем более, сейчас мы построим, да, ангар у нас уже есть, самолеты мы можем строить. Давайте еще... А, они ставится ангар, хорошо. Еще один ангар. Ой, ты куда? Ух ты, Харвестер ходит, конечно, теперь, блин, я озадачил его совсем. Бедняга. А сейчас я еще здесь построю танковую пристроечку, да? Артиллерийскую. И еще... Так, я разогнался. О, у нас максимальное число юнитов. Печально. С одной стороны. А с другой стороны как-то норм вполне. Мы можем попробовать таки, да? Двинуться. Да, давайте, наверное, попробуем сейчас пойти. Я не знаю, что получится. У них там тоже много артиллерии. Неприятная весьма. Кстати, давайте сейчас я включу захват цели. Так, здесь
артиллерийская здесь, да. Стабильность платформы надо изучить. Но времени у нас нету, поэтому пойдем, будем... Будем пытаться как есть уже тут. Хотя нам самолеты бы очень-очень не помешали. Кстати, можно и рапторов этих... Рапторов, сталкеров забрать. Начинается. Начинается. Вот тут уже, вот тут вот сразу арта идет и становится очень больно. Давайте, заходим. Заходим. Первым делом давайте артиллерию сносим, потому что она нам жить больше всего мешает. Все, все, вот это вот все, что осталось. Все, что осталось с моей толпищи. Да, арта дальше обстреливает. Тут в кустах сидит артиллерия. Давайте попробуем войти. Ага, тут дальше еще стенки. Понятно. И очень много пушек. Очень много пушек. Все, понятно. Понятно. Тут так, так просто нахрапом не возьмешь. Давайте отступаем. Ангар. Воу! Воу, вот это неожиданность. Так. А ну, ребята, да давайте, давайте сюда. Часть пусть идет. Тут решили мой ангар снести ни с того, ни с сего. Непорядок. А у меня, кстати, здесь еще толпень есть. Народу, давайте мы сейчас разберемся с этим безобразием. Хорошо. Так. Тут юниты производим. Все, порядок. Порядок. Кстати, минута до... А, ну мы, в принципе, уже выиграли. Думаю, можем не чинить. А, тут маленький один... бедняга. Жалко тебя. Так, давайте пока разведывательных самолетов поставим. Я забыл, да, что нам нужно пристроечку здесь будет оформить. А места нету, да, все правильно. О, кстати, смотрите, здесь... А ну давайте сюда в кусты. Вот, смотрите, как они хитро обошли, да? Хитро обошли. Молодцы, молодцы. Радует меня противник, на самом деле, в этой игре. Искусственный интеллект ему хорошо так прописали. Это не то, чтобы он там, да, постоянно на нас нападал с одной какой-то стороны. Тут все, все хорошо. Так, вот разведчик. Давайте мы разведчиком сейчас пролетим. Еще три контейнера. Давайте быстро-быстро-быстро посмотрим. Посмотрим. Надо посмотреть на вражескую базу. Собственно, вот это вот... Вот это все, все пушки. Ну, мы, собственно, уже выиграли. Сейчас последний контейнер здесь соберут, и... Мы готовы. Мы готовы. Может, если бы мы... С этой как-то за стороны зашли, да? Может быть, там меньше было бы... Вот где-то здесь, да? Может быть, здесь было бы меньше обороны вражеской. И легче было бы атаку вести. Конечно, тяжеловато. Aline, inform Barker that whatever we're fighting, it's not the Silent Ones. Sarok, how can you be so sure? Sir, I've taken a prisoner. It's unlike anything we've encountered before. Bring it to Central. The Council can decide what it is. There's no time. While our forces are evacuating the population, this enemy is draining the catalyst field. Sir, we have received reports of attacks on the main terminal. We need to change our tactics. It's a catalyst they want. Whatever you are, you will not destroy our future.
Вот так вот познакомились они с людьми. Вот эти вот дивные существа таким образом познакомились с людьми. Но в следующей серии они познакомятся с более противными созданиями, познакомятся с Гу в следующей миссии. Ну, следующую миссию мы оставим на завтра, пожалуй. А пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.